Сургуте прошел 8-й окружной форум социальной рекламы. Его основная тема – направление постковидного времени. Эксперты, практики, ученые из столицы и соорганизаторы мероприятия обсудили варианты, каким может быть контент. О том, как изменилось медиаполе, узнала и наша съемочная группа. Как вернуть общество в доковидный режим? В Сургуте состоялся 8-й окружной форум социальной рекламы. Организаторы, профильное некоммерческое общество совместно с агентством профессиональных коммуникаций «Астромедиа» говорили с экспертами, учеными, специалистами, практиками о способах и инструментах социальной рекламы, как о механизме влияния на мышление людей. С точки зрения ЮНЕСКО, социальная реклама – это объявление социально значимого некоммерческого характера. Это объявление о представляемых социальных, то есть общественных услугах, совсем не обязательно представляемых органами власти. Это объявление общественных структур, которые существуют не ради продаж своих товаров и услуг и не ради извлечения прибыли, а служат интересам всего общества ради его благополучия и безопасности. Это как скальпель в руках хирурга. Вы можете неосторожным движением навредить. Почему социальная реклама считается одной из самых креативных? Потому что она тонкая. Она тактична, она использует те методы, которые очень осторожно вас подводят к какой-то мысли, к какой-то идее, к проблеме. Но если вы неосторожно с этим скальпелем обращаетесь, то вы можете получить обратный эффект. Эксперты отмечают, что посткоронавирусное время отличается особенностью цифровизации. В пандемию человечество приспособилось тотально использовать гаджеты, заказывать продукты, работать, учиться, общаться с друзьями и родственниками. Затронули и тему изменения в самой социальной рекламе. Какое будущее ее ждет и как важно уделять внимание этой индустрии. Очень приятно, что Югра является одним из регионов-лидеров, которым это понятие и само словосочетание, сама индустрия социальной рекламы, социальной коммуникации развивается активнейшим образом. Сейчас выступление вот нашего коллеги, я услышала просто поразительные вещи, мы много ездим по регионам, и вот таких вот новаций, которые поддерживает и правительство округа, мало где встретишь. Свыше 100 участников форума, в том числе и студенты, заинтересованные в новых тенденциях индустрии, также увидели коллекцию лучших мировых видеороликов в области социальной рекламы. В следующем году форум, к слову, может пройти по-другому. Организаторам предложили провести его в рамках недели развития креативных индустрий. Там к обсуждению смогут подключиться больше экспертов. Карина Алексанян, Сергей Коликов, Сургут Интерновости.